Всем привет, привет, это Солнечная Италия, на? Провали! Парлися, гара, салюта ми кваду, антиловись. Ола, фа видири ли свой новый лук? Карло постригся, я его хоть заставила. Говорю, Карлос, блин, говорю, постригись, я говорю, это бороду побри. Он говорит, ну ты же знаешь, говорит, я же потом на работу, он работает, я уже говорила в... Или я говорила в Инстаграме, я уже не помню. Он работает с металлом, он его там варит, режет, естественно, это все на лице. И если часто бриться, у него раздражение идет. Он такой молодец, да? Вентиани как будто, да? 20-летний мальчик. Мы приехали отдыхать. Ой, смотрите, там паперы, да? Там паперы Карла Реджела. Вон там, вон. Курицы или кто там? Утки. Все, пошли, там. Саш, куда ты пошла? В Пизу? Мы приехали дел. Какой сегодня? Какие фесты уже? Сегодня какая-то день республики, и все закрыто, выходные, школы закрыты тоже. С фестами ехать не захотела, к ней с Еленой приедет домой. Ну, к нам домой. Напишите, как вы носите майки-алкоголички, блин. Ну, если вы, наверное, лифчики носите без бретелек. А если у кого-то вот, ну ладно, это я сейчас не про себя. Если у кого-то большая грудь, как вы алкоголички носите? Не люблю, когда телефон виден, ну а что делать? У нас очень жарко, очень-очень. Я в шортиках. Идем, моя дорогая. Сегодня людей, кстати, мало. Мало машин. Да, 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 это лучше, не громко, спокойно. Очень классно, очень-очень. Не, может быть, потом еще подтянутся. Ой, как разрослись герани, по-моему, называют. Они не пахнут. У нас это считается кухонными цветами, ну, домашними цветами. Я в интернете читала, типа, какие цветы лучше для кухни. Написано, что герань тоже неплохо. А они у них на улицах растут в горшках. Красиво, да? У нас большая компашка. О, здесь как пахнет геранями. Жарно. О, у нас много. Чао, Марио. Come stai? Senti. Oh, grazie, grazie mille. Pancetta? No. Tutto buono. La coppa di maiale. Sasha, dove andate? Всех с первым днем лета. Кто пойдет в этом году в школу, поздравляем мамочек, готовьтесь. Кто выпускники, тоже мамочек, пап. Поздравляю за выдержку, за терпение, за любовь, за которую, с которой мы растим наших деток. Смотрите, это вот наш стол, такой длинный. Прошла пора этого весеннего пруда, началось лето. Я представляю, сколько сегодня людей на море. Карлос куда-то пошел. Карле? Ка? Добывай. Афаке? Как хорошо здесь, да? Красиво. Прудов много, по-моему, 5 или 6 прудов. Видите, дедушка с внучочком ловит. В тенечке вообще классно, прохладно. Avete preso? No, è PC. È la prima? È la seconda. Ah. Fa vedere. Ganza. Non è tanto grossa questa. Perché la prima era più grande? Un pochino più grossa. Buona pesca, ragazzi. Oh, ci sono anche le papere. Utka powered. Мы сегодня встали в попыхах. Ну, не, я проснулась в 7 утра, потом посмотрела, что все спят, опять легла. Потом Карл, 11 часов, подъем, встаем, бежим. Кстати, напишите, как вам нравится ли, когда я волос не укладываю? Вот я голову помыла и все, не вытягиваю утюжком. Единственное, что еще осталось немножко... Напишите, если вам нравится, когда я волос не укладываю. Я так его помыла и все. Осталось еще где-то, наверное, сантиметров 3 срезать. И все, будет живой волосик. Это мне на Инстаграме девочки написали, говорят это. Не укладывайте, вам лучше, когда много волос. Когда пушатся. Я такая, ну окей, не буду. Большая у нас компашка собирается.
Оставлю я, этот, если не забуду, Facebook Марио под видео, потому что меня многие просили оставить Facebook Марио. Пишите ему, он, я у него спросила, он сказал, пусть девчонки пишут, говорит, я без проблем. Ну, он не женат, все, всем он понравился в предыдущем видео. Карле? Кефай? Дела вичина аква е фрескисимо. Е белло ли вичина аква. Е беллисимо. А поя луи се ге е ум... Ето Марио. Mario, salutami tutti. Buona. Attenzione che poi ti vengono tutti i chimmi nella casa. A casa no, magari, però sulla pagina di Facebook. No, sì. No, pure la casa ti arrivano, stai attento. Ma daglielo ogni tanto. Ogni tanto daglielo uno, no? Ogni tanto gliela dà. Bravo Diesel, bravo. Остальные пацаны остались дома, но я имею в виду Байкал остался дома и Кира, потому что вчера на работу Карло с собой брал Байкала, он по одному их выводит с собой на работу, берет, там есть маленький такой сад, он их отпускает, он по одному, короче, берет. Но и стан кормай танту, Карло, уже устал. Как всегда готовит Антонио. Антон, фами кузи. Sono una fava, Гриеночки. Oh, almeno faccio qualcosa. Parte subito con la Этого сеньора зовут Джиджи. Io intanto metto piani piani. No, no, ti stai prendendo, va. Una lingua di fuori. Здесь жарко так стоять. Оже умбрелло нон че, умбрелоне. Мама мия поверино, куме фай стары ква. Тут раз был здесь этот самый... Какого? Паура, паура. Был этот зомб. Субито. Бестия. А, здесь невозможно стоять по кальдисиму. Ну, ты пай фильмину, а? Си, гэлло. Смотри, как красиво зелень стоит в этом. Репленде, фай, эшпитатия, ну, кабир. Ма. Боже мой, Карлос на жрачку такой, блин, это ужас, какой жадный вообще. Так я сначала детям делаю. Капец, Рупер Манджари, Венди, Ультима Кичела Досо. Ты дормишь, 23 года и мезо, аспектатия я. Ужас, кошмар, жадный такой нахавчик он вообще. Держите, девочки. Сейчас, я не вижу, меня хоть там видно вообще. Малую тирки при манжа, мама мне всем престату. Всегда на жрачку был жадный вообще. Глаза аж бегают. Да почему? Саш, надо не хлеб есть, а мясо есть. Потом промыть за ура, через полчаса будешь опять орать, что есть хочешь. Нет, сначала то съешь, а потом... Я не знаю, надо спросить у Антонио. Иди у Антонио спроси. Марио, доманда перебор Антонио, если честно, на помидоре фрески. Опс, перемещаемся. Это и Марчелла. Марчелла, фами кузи, салютами. Ей 82 года. Танта дуяй? Си. Идем в туалет. Такая классная. Инфакта. Бабушка. Мы с ней в тот раз, когда с ней, вон там Авантин, в тот раз мы с ней вместе зависали, в этот раз тоже она все время около меня.
Такая маленькая, хорошенькая такая. Su. Bravissimo. Su. Su. Come si chiama lei? Mia. Mia si chiama, Maya tipo. Su. Quanta ha lei? È 2 anni. Gli 2 годика. Bravissima. Su. Bravissima. E quell'altra come si chiama? Ian. Ian? Ian. Ah, Ian, господи, прости. Lui non sa fare niente? No, è piccola. E invece questa qui come si chiama? Ah, Antonio! Dile l'Antonio, su! Non è proprio lo stesso fisico. Да, это разные у нас комплекции. Антонио, который нам готовил гриля. Дизель, тебе хочется к пацанам до туда погулять. Карло говорит, Марина, Марина, дизель, скопато, а? Дизель. Скопат, а? Ой, людей мало. Такой класс, такой шик вообще. Просто вообще классно. Там, кстати, плавают утки. Ависта паперили? Давай. Это видео. Давай. Да, там есть старая кофта. Вай, вай, транквилла. Там есть старая кофта. C'è la macchia vecchia. Lei leva vestiti e si copre con questa macchina. Sì, ci sono soffiato il naso io. No. Carlo говорит, той кофты, в которую я нос высматривал. Малая такая, нет, такая, там есть кофта, говорит, оденет старую кофту. Она такая, да-да-да. Она такая, да-да-да. Carlo говорит, той, которую я нос моркал. А она такая, нет-нет-нет. Идем, Carlo. Ведь там сзади меня мальчик, видите, на инвалидной коляске. Мы в тот раз были, он был. И Сашка с ним классно гуляла. И в этот раз, и когда в школе я много раз рассказывала, у нас тоже были дети с ограниченными возможностями. И Саша так к ним проявляет все время, ну, не интереса, как это сказать. Она все время с ними играет, она все время развлекает. И с этим мальчиком тоже она играла. И я потом, ну, мы за столом сидели, я рассказывала, что в ее классе она даже одного мальчика, который не умел прыгать через скакалку, научила прыгать через скакалку. И потом, когда мы с Карлосом ходили на родительское собрание, боже, какой ужас, то нас хвалили и сказали, что типа родители вообще там в шоке у мальчика, что мальчик научился прыгать через скакалку. Вот так вот. Идем, Ка! Ну пошли! Ка! Дизель, вень! Вень, дизель, вень! Вень, дизель, вень! Дизель. Мы сейчас уже домой скоро поедем. За рекой! Дизель! За рекой! Дизель! За рекою, за рекою. Вспомни, как рассвет умывал нас росой. Вспомни, как обо всем говорили глаза. Вспомни, как был слышен только сердце бой. Помнишь, как наши руки ласкали цветы? Помнишь, как наши губы искали тепла? Помнишь, как прохладна вода реки?